Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Шримад Бхагаватам, песня 1 глава 17. Наказание и помилование Кали, текст 33. Наварти тайвам тададхарма бандхо. Дхармена сатьена чаварти татве. Брахмаварти ятра яг. Янти ягьяир. Ягьешварам ягья витана вигья. Поэтому, о друг безбожия, ты недостоин оставаться там, где сведущие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ягьешвара, Верховная Личность Бога, это тот, ради кого совершаются все жертвоприношения. Для разных веков предписаны разные ритуалы проведения подобных жертвоприношений. По существу жертвоприношение означает признание главенства Бога и, соответственно, совершение действий, которые могут принести полное удовлетворение Господу. Атеисты не верят в существование Бога и не совершают никаких жертвоприношений, чтобы удовлетворить Его. Любое место или страна, в которой признается главенство Бога и где совершаются жертвоприношения, называется брахмавартой. Есть разные страны, и в разных странах по всему миру могут совершаться различные жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа. Но главное, чем можно его удовлетворить, это правдивость. И это указано в Шримад Бхагаватам. Основополагающий принцип религии – правдивость. А высшая цель всех религий – удовлетворение Господа. В этот век Кали величайшим универсальным методом жертвоприношения является санкиртана-яги. Так считают искушенные люди, знающие, как распространить метод яги. Господь Чайтанья учил этой яги, и из данного стиха яствует, что этот метод жертвоприношения санкиртана-яги можно применять везде и всюду, чтобы изгнать олицетворение Кали и спасти человечество от влияния этого века. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манубиштам Стапитамена Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатару Бьяштя Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишнупадая Кришна Приштхая Бутылеющи Мати Бхактивиданта Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунилади Пашчатья Деши Тарине. Наварти Тавьям Тададхарма Бандхо Дхармина Сатьена Чаварти Тавье. Брахма варти ятра ягьянти ягьяир ягьешварам ягья витана вигья. Поэтому, о друг безбожия, ты недостоин оставаться там, где сведущие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Это слова
Махараджи Парикшита, с которыми он обращается к вот этому олицетворению Кали, который является сейчас как олицетворенным грехом или ответственным за распространение всего этого негатива. И в прошлый раз мы говорили о двух методах борьбы с этими негативными греховными тенденциями. Первое, мы говорили, что это определенные административные запреты, когда эти вещи не ставятся вне закона, объявляются незаконными. И второе, это через процесс внутренней трансформации, чтобы человек внутренне сам этого не хотел. Потому что если внутри корень желания остается, то внешние запреты, они сильно не могут человека остановить. Вот, и можно объявить сухой закон. Вот, но если у человека остается желание пить алкоголь, значит, он будет просто сам гнать самогон и все. То есть мы знаем, что просто запреты без внутренней трансформации, они не очень хорошо работают. И фактически сегодня мы эту тему продолжим. Здесь Прабхупада завершает свой комментарий стихом о том, что, значит, нужно совершать метод жертвоприношения, санкиртан-яги, вот, чтобы изгнать олицетворение Кали и спасти человечество от влияния этого века. Здесь может сложиться у нас не совсем правильное понимание того, что происходит. Сложиться неправильное понимание может так, что мы хорошие, белые, пушистые, и пришел плохой Кали, и нас тут всех искусил. И поэтому его нужно изгнать. Вот такая вот детская концепция может сложиться. Вот. Она детская, потому что она поверхностная. Вот. Потому что мы не до конца понимаем роль своей собственной ответственности во всем этом. Вот. И мы знаем, что работает в жизни, в принципе, простая и понятная схема. Спрос рождает предложение. Вот. И Кали, он просто обеспечивает предложение. Спрос исходит от нас. И вот это сложнее всего принять. Потому что иначе совершенно непонятно, по каким причинам белые пушистые замечательные личности рождаются в такую жуткую эпоху, вот, где предоставляются возможности грешить и даже не приступать к закону, потому что грех легализован. Как вот эти вещи совместить? То есть совершенно непонятно. Если в нас нет этого заказа или внутреннего спроса, тогда что он здесь делает, Кали? Тогда он, по идее, должен разориться. Представьте себе, что вы продаете товар, который ну вообще никому не нужен. Ну какие шансы вообще на развитие вашего бизнеса? Ноль, понимаете, да? Вот. А когда что-то очень востребовано, этот бизнесмен, он процветает, потому что всем нужен его товар, понимаете? Всем нужен его товар. Вот, поэтому Кали процветает по одной простой причине. Он обеспечивает то самое потребление, на которое у нас есть спрос. Вот все. Вот, поэтому можно сказать так, нам нужно изгнать Кали, поганое метло, его выгнать, этого Кали. Вот, но самое это интересное, что Кали не просто живет где-то там, а он живет в наших сердцах. То есть Кали в форме желание греховной деятельности. О чем прямо и говорит Ману Самхита, что Ману говорит, что для обусловленных душ, естественно хотеть этих четырех вещей. Там, значит, насилие, мясоедение, алкоголь, незаконный секс, значит, азартные игры. Это четыре греховных деятельности, которым обусловленное живое существо естественно стремится. Но Ману говорит, что для духовного развития эти вещи необходимо сдерживать, ограничивать и избавляться от них. Вот. Поэтому здесь нужно четко понимать, что виноват в грехах не Кали, а наша внутренняя вот эта вот тенденция к чувственному наслаждению. Он просто усиливает эти тенденции в Кали-югу, предоставляет возможности большие для этого. А в прошлой эпохе все те же тенденции присутствовали в человеческом обществе, но в минимальном виде. И общая атмосфера, культура благости и так далее, в целом культура, которая запрещала грех и так далее, она не давала этому возможности очень бурно процветать, развиваться на общественном уровне. Даже в той же современной Индии до недавнего времени найти просто магазин, где продается табак и алкоголь, это было очень непростое дело. Сейчас уже проще.
Вот. А раньше это было реально непростое дело. Понимаете? Вот. Увидеть какого-то пьяного индуса, это ЧП фактически было, понимаете? Вот. Сейчас это норма. Вот. А, то есть это даже вот в современной истории можно отследить. То есть вот я помню, я где-то с какого там... Первый раз я побывал в Индии в 83-м году, осенью еще, так сказать, ну, как в составе экипажа там, теплохода. Вот. А уже так регулярно, как преданный, с 91-го года я приезжаю туда, и нигде никак вот это вот на глаза не попадалось, все эти вещи. Сейчас, пожалуйста, я даже сделал где-то один снимок, есть в Удупе угол, значит, двух магазинов. Значит, на одном магазине написано «Кришна Арт», «Искусство Кришны», а тут же какие рядом вина, и все это в одном кадре у меня. То есть вот вино, магазин, да, алкогольный продукт, и тут же Кришна. Сейчас сосед, у меня даже фотография такая, я там стою на фоне всего этого, в Удупе. Вот, поэтому это уже наблюдаемая вещь, понимаете, что вот этого не было, реально не было, и эта тенденция, она весьма, так сказать, сильно растет. Вот. Но мы же знаем, что, пожалуйста, те же азартные игры, все прочее, все это было, вот пандавы пали жертвы, Юдхиштхира, всех этих азартных, то есть все это было в былые века, вот. Но это было под каким-то определенным контролем. То есть это означает, что Кали-юга – это просто время, когда вот эти вот тенденции, которые в нас и так есть, как в обусловленных душах, они получают полную легализацию. Вот. И поэтому сказать, что повинен Кали, это сказать половину правды. Вот. А полная правда состоит в том, что мы заказчики, а он исполнитель. Можно устранить исполнителя, тогда люди сами будут искать других исполнителей для осуществления их своих желаний. Вот. Поэтому здесь очень четко нужно соотносить пропорции ответственности. Виноват ли только Кали, или виноваты ли мы также в этом процессе. И поэтому совершенно однозначно, что одними только запретами, какими-то ограничениями, таким формальным изгнанием Кали, невозможно его уничтожить. Именно по этой причине Махараджа Парикшит свой меч так и не опустил на его голову. Потому что он прекрасно понимал, что у Кали в этом мире много, так сказать, поклонников, которые именно хотят наслаждаться всем тем, что он предоставляет. И можно вспомнить в связи с этим хороший стих из Бхагавадгиты, 13 глава, 21 стих, где Кришна говорит, что материальная природа является источником или причиной материальных причин и следствий. Он говорит, а само живое существо является причиной наслаждений и страданий в этом мире. Вот, то есть все то, что мы можем увидеть в этом материальном мире, какую-то вот причинно-следственную связь, развитие чего-то там, какой-то индустрии, промышленности, неважно чего, вот у всего этого можно найти какие-то материальные причины. Допустим, там на смену одному строю пришел другой строй, там вместо феодализма пришел капитализм, да, и вот оно все стало там развиваться и так далее. Вот, и капиталисты, эти вайши западного мира, они беспринципные люди, они будут вам продавать все, что продается, они зависят от того, это связано с нарушением моральных принципов и не связано. И вот она причина, да? Вот, поскольку эти же бутылки с вином, это мясо на прилавках, оно же не само туда пришло, да? Это же кто-то вот придумал, да, все это сделал, оформил как товар, все там, значит, и нужный, так сказать, свой поклон в сторону Минздрава сделал, да, что Минздрав предупреждает, но если хотите, то вот, пожалуйста, немножко можно иногда, да? То есть все формальные условности соблюдены. Вот, все он как бы у каждой фирмы, которая занимается распространением греховной деятельности, есть свой юридический отдел, который защищает ее интересы на общественном уровне. То есть получается, что вы сейчас Кали в суд призвать не можете. Потому что фактически все виды деятельности греховные, они формально, так сказать, разрешены. Вот. И хотя, конечно же, общество пытается бороться там как-то там и с пьянством, и там с казнократством, да, с коррупцией, и с ложью, там, и с чем-то там еще. Вот. Но
в таких больше частностях. Вот. А принципиально эти вещи, они давно уже законодательно закреплены. То есть главная ложь современной цивилизации – это ложь о происхождении человека. Все, ребята, вы от обезьяны, поэтому что с вас ждать, собственно говоря, да? Вот, ну, хотя бы, так сказать, без хвостов, и на том спасибо. Там. Вот, как бы, а во всем остальном понятно, да? То есть вот это вот основная такая ложь фундаментальная, которая преподается во всех школах, вот эта вот дарвинская теория, хотя он сам скептически к ней относился, как один из вариантов ее предлагал, да? Вот, это такая тотальная ложь, которая формирует мировоззрение, понимаете? Вот, допустим, там какая-то мелкая ложь, там, не знаю, кто-то у кого-то что-то там украл 3 рубля, это мелочь, понимаете? Вот. А когда у людей украли знания о их происхождении, вот, о том, откуда они, что они, это фундаментальная ложь. Почему? Потому что она меняет цель жизни. Понимаете? 3 рубля туда, минус, плюс, это мелочи. Вот. А когда у людей украли знания основное об их происхождении и, соответственно, об их цели, вот это очень серьезно, понимаете? Вот. И поэтому вы не можете подать в суд на Министерство образования за то, или на Дарвина самого, да, посмертно, что вот он там такую, значит, глупую теорию самое предложил нам, да, и вот мы теперь все не туда хором пошли, да, из-за этого, да, что мы не имеем правильного представления о своих истоках, и, соответственно, мы не имеем правильного представления о своей цели, мы не можем, да, вот, потому что Бог есть Бог, а обезьяна есть обезьяна, и что у них общего, собственно говоря, да, то есть как-то они не сильно роднятся, да, вот, но концепция о том, что, допустим, если мы по облику и подобию Бога, это уже совсем другое, понимаете? Совсем другого. Да. И вот эти вещи, они не имеют легального статуса. Они имеют статус некой веры. Вот, а вера – это не очень серьезно. Серьезно – это наука, а наука – она вот такая. То есть она основана на материалистических взглядах. Да. Вот, итак, можно говорить сколько угодно о том, какой плохой Кали, проклинать эту Кали-югу и так далее. Вот, но дело в нас. В нем дело лишь отчасти. Лишь отчасти. То есть Махараджа Парикшит, он стоял у самых истоков Кали-юги. У самых истоков Кали-юги стоял со своим мечом Дхармы, и он мог все это в корне уничтожить, но не уничтожил. Вот. И у этого есть эзотерическая причина. Не просто потому, что Кали упал перед ним на колени, и Махараджа Парикшит, следуя такому формальному этикету кшатриев, что ты не должен убивать врага, который сдался на твою милость, вот, Махараджа Парикшит был достаточно проницательным человеком, он прекрасно понимал все это лицемерие, все это двурушничество Кали, что это просто игра, это просто какая-то попытка спасти свою жизнь. Вот. Он не был сентиментальным человеком, он прекрасно это все понимал, и он мог бы его, тем не менее, так сказать, порешить, да? Но не сделал. Вот. А именно потому, что он имел глубокое понимание вещей, что Кали все-таки исполняет замысел, желание живых существ и отчасти замысел Кришны. Вот. Поэтому здесь нужно вот так эти все вещи понимать. И теперь дальше. То есть, когда мы говорим об изгнании Кали, Прабхупада говорит, вот нужно там спасти человечество от влияния этого века Кали. Но не просто изгнав его откуда-то там извне, да, то есть мы читали в прошлом каком-то комментарии, Прабхупада говорит, там прям запретить то-то-то-то-то-то, то есть предлагает административные пути. А здесь он предлагает другой путь, не административный, а он апеллирует к яге, к самому процессу духовному, внутреннему. Вот, для того, чтобы Кали изгнать не просто из общества, из общественных институтов, из вот всех этих там, и магазинов там, и всего прочего, да, а для того, чтобы изгнать Кали откуда? Из сердца. Это главное его место обиталища. Потому что, когда мы говорим о нардха-неврите, очищение своего собственного существования, о чем речь? Речь идет о внутреннем состоянии сердца, правильно, да? То есть анардхи, они где живут? Они в правом, левом кармане или где они там, да? Вот, они находятся в сердце. Вот, и поэтому, когда мы говорим ягья, жертвоприношение, то кто здесь жрец или исполняющий эту ягью, и что он, собственно говоря, делает, да? Вот, само живое существо, оно и является вот этим вот хотри, то есть хотри, или агни-хотра, это ритуал, да, хотри – это тот, кто его совершает, человек, который предлагает что-то, да, хому, там, все эти разные подношения. Вот, то есть живое существо, оно и есть тот, кто отдает вот это вот что-то от себя
с определенной целью – достать удовольствие Верховному Господу. А дальше что за процесс? А дальше процесс таков. Поскольку Джива и Параматма, Джива и Кришна всегда находятся рядом, несмотря на то, что Джива своим сознанием очень-очень далеко ушла от Бога. Сознанием. Сознание ушло совсем в другую сторону. Но они остались рядом. Вот Кришна всегда держит нас на достаточно коротком поводке ради нашей же безопасности. Потому что без него, без Параматмы, куда мы? Да? Это как маленький ребенок убежал куда-то без родителей. Все, это хана. Только считайте секунды, когда он попадет или под машину, или что-нибудь с ним произойдет. Понимаете? То есть это вообще ситуация нереальная. То есть для него выжить, для маленького ребенка без родителей, нереально. Родителя может не быть, но Параматма есть внутри. Правильно? Вот, и поэтому, хотя Джива и Параматма, Бог и Душа всегда рядом, вследствие действия иллюзии сознание живого существа очень далеко отклонилось, ушло от этого всего. И ягья – это то, что возвращает наше сознание опять ближе к Богу. И вот теперь, когда мы сделали что-то, что доставляет удовольствие, удовлетворение Кришне, его удовлетворение, оно дает наше удовлетворение. То есть это совсем другой способ жизни. Допустим, человек говорит, вот мне скучно, я там хочу то, хочу все. Имеется в виду, что ему нужно что-то из внешнего мира почерпнуть. Посмотреть, потрогать, поесть, попробовать там или еще что-нибудь послушать. То есть ему в его пять чувств нужно закачать определенное количество объектов чувственного наслаждения. И когда он опыт получил, он говорит, о, я доволен. Он не скажет «я счастлив», он скажет «я доволен», потому что это удовлетворение на уровне чувств. Оно такое, как вот поел, да, и все, и хорошо. Я чувствую сытым там несколько часов, все. Потом опять я хочу есть. Да, то есть вот это удовлетворение чувств. Вот. И это как раз схема, в которой живут все в основном люди. Да? Но процесс яги, он запускает другой механизм, что удовлетворение живому существу приходит не от того, что оно потребляет много там каких-то объектов чувств, а от того, что оно совершает действия внутренние, удовлетворяющие Верховную Личность Бога. И вот теперь Кришна, находящийся рядом, он доволен, и он этим своим удовлетворением делится с Дживой. То есть Джива получает свое счастье не из внешних вещей, что он там что-то купил там, или где-то побывал, или что-то съел, вот, а просто из-за того, что Кришна доволен. То есть Кришна доволен тем, что живое существо совершает правильные действия. И вот это удовлетворение внутреннее, оно и защищает человека от необходимости подпитываться за счет этих вот внешних каких-то там, ну, греховных каких-то источников. Вот весь механизм. То есть таким образом процесс яги, он искореняет само желание греховного чувственного наслаждения. В то время как внешние запреты, они лишают человека внешних возможностей. Вот он вышел в пятницу вечером, работа закончена, у него два дня, суббота и воскресенье. И он так смотрит, ни одного пивбара, ни одного питейного заведения, ни то, ни сё. И чё? Зачем я пять дней работал? Думает он, понимаете? Куда мне вообще пойти? Где мне расслабиться вообще? Как мне вот свои, я пять чувств, пять дней эти чувства свои ограничивал, я там делал там что-то такое непонятное, да, чтобы получить деньги. И вот теперь я выхожу, и ничего нету. Понимаете? Ничего нету. Вот как ему жить, понимаете? То есть человек не знаком с тем, что существует какой-то другой способ чувственного удовлетворения, что можно быть счастливым через ягью. Не знаком, не знает, да? И поэтому Джива, она же не может без вкусов жить. Вот, поэтому она выходит и говорит, о, там то, вот в разные места, куда можно пойти, и там эти денежки свои оставляю, мое чувство получает некое удовлетворение, я думаю, вот я пять дней работал не зря, понимаете? И теперь я следующий опять цикл начинаю, там, значит, рабочий свой. Вот, то есть вот в этой ловушке находятся все живые существа в этом мире. У каждого свои там какие-то источники наслаждения чувств. Вот, но принцип таков, что ягья – это не просто какой-то вот, не знаю, там, ритуал, что Бог какой-то, он там вообще автократ, эгоист, он один всем наслаждается, и все ему мало, и давайте вы все там отдайте, полностью предайтесь, и ничего себе, вот такое. То есть у обусловленного живого существа вот эта идея, она восторга вообще никого не вызывает. Непонятно, почему так должен действовать, да? Что какой-то там рабовладелец, да, вот, который говорит, что вот я там вас всех люблю и так далее, вот он, и мы ему все должны. Да? Вот, то есть совершенно очевидно, что идею преданного служения, идею яги можно представить совершенно неправильным образом. Вот, и она будет абсолютно непривлекательной. Вот, но Кришна
всепривлекающий, и поэтому все, что из него исходит, оно также обладает всепривлекающей природой. В том числе и вот этот вот процесс служения ему. Это то, что он сам называет в 9 главе Бхагавад-гиты, во 2 стихе, он говорит «сусукам картум авьяям». Он говорит, что вот это вот знание, царь всего знания, тайна тайн. Далее он говорит, что это не просто знание, а что оно дает протягше вагамам дхармям. Это процесс, который дает ощущение протягше вагамам, то есть кто я такой, ощущение своей вечности души и близости с Богом. Он говорит, и оно сусукхам картум авьяям, что оно вечное, и постижение его радостно. То есть картум обозначает деятельность. Это не просто какое-то вот знание, что-то умозрительное там узнал и сижу и радуюсь. Вот это тоже присутствует, внутреннее какое-то озарение, внутреннее озарение. Но он говорит, картум, картум это отсюда карма, карма, то есть деятельность, сусукхам картум. То есть это радостно осуществляемый процесс. Он активный, картум. Сусукхам картум авьяям. И он дает живому существу не просто сукхам. Сукхам это счастье, а он сусукхам, усиление, как слово «очень», допустим, «очень», да, «очень-очень большое». То есть вот это вот и есть секрет, который, почему называют раджа-гухи, что это тайна, тайна. Тайна обозначает «никто не знает». Понимаете? Раджа-видья – это царь всего знания, и это царь всех тайн, тайна тайн. Прабхупада говорит, тайна тайн, да? Раджа-гухьям. Гухьям обозначает «скрытое». Гуха – это буквально такая как пещера или внутренняя такая полость, причем говорится, что она в сердце находится. И в этой полости как раз находится Джива и Кришна вместе. То есть эта тайна, она находится внутри наших сердец. Это не какой-то клад, который нужно там искать по каким-то там дырам, там, сям, там. Вот. Это то, что находится в нашем собственном сердце. То есть мы можем сделать такое приятное открытие, что, вот, что оказывается, что-то ценное находится очень рядом. Допустим, я на днях там нашел недалеко от дома буквально там какой-то медицинский центр, где там можно там решать какие-то вопросы. Я был очень рад не просто потому, что медицинский, а то, что он рядом. То, что вот пешком 200 метров прошел, думаю, очень хорошо, удобно. Не нужно куда-то ехать там, через какие-то пробки, там, какой-то час пик. Просто взял и прошел. Очень удобно, понимаете? И это было радостно. Само по себе ощущение, что помощь рядом, оно радостно, понимаете? Вот. И когда мы узнаем, что этот процесс, он связан непосредственно с нами, нет никаких вот лишних посреднических этих самых инстанций, никто не мешает, и все это, в принципе, может быть удобно и рядом сделано. Да? Вот единственное, что живое существо должно получить понимание, как это делается. То есть некое введение в специальность или вот посвящение в процесс. Да? Вот это посвящение может быть формальным, официальным, оно может быть, так сказать, неформальным, неофициальным, просто мы всем рассказываем, знакомим вот людей с этими всеми принципами. Вот. То есть, когда человек вот начинает это понимать, что религия, она не только связана там с каким-то нашим далеким будущим, что-то жизнь после смерти и так далее, а она связана с повседневным процессом. Как я совершаю свою деятельность? Причем, когда мы... Слышь, вот это слово-то встречаем, жертвоприношение, тут у каждого целый букет своих ассоциаций, понимаете? Вот. У людей, которые выросли в западной культуре, жертвоприношение, это все понятно сразу. Нож, кровь, там какой-то жертвенник, что-то кому-то кровь пустить надо. По-другому никак. То есть слово жертвоприношение в умах западных людей, оно имеет обязательно вот такой вот кровавый оттенок. По-другому никак не воспринимается. Поэтому я считаю, перевод слова «ягия» как жертвоприношение, по меньшей мере на русский язык, неудачным. Неудачным абсолютно. Причем не просто неудачным, крайне неудачным. Вот потому что слово переведено, а смысл понятия не отражен. Понимаете? То есть, потому что мы воспринимаем это слово исключительно в контексте западной культуры. История, которая началась достаточно поздно, потому что западная цивилизация, как мы ее знаем, считается древняя греческая. Древние греки. Какие там древние? 2-3 тысячи лет. О чем? Что там древнее? Это вчера было, понимаете? То есть это уже даже не начало Кали-юги. Древняя Греция. Это древняя для людей, у которых короткая память, понимаете? Для них это древнее что-то. Вот. То есть, и вот там древние греки, там они что-то... Что за чушь вообще? Да? Вот. То есть, древнее – это вот, реально древнее. То есть, и мы открываем Бхагавад-гиту, Кришна говорит, в начале творения Господь всех живых существ создал первое поколение людей и полубогов и процесс яги.
и, даровав его людям, сказал: «Будьте счастливы этой яге, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения». В начале творения древние греки отдыхают, их еще не было, понимаете? Это все смешная история, там 2, 3, 5, там 10 тысяч лет. Это вчера было, это конец Двапара-юги, это начало Кали-юги. Кришна говорит: начало творения. Начало творения, о, это давно было. Вот если учитывать, что значит, жизнь Брахмы – это 311 триллионов 40 миллиардов лет, и мы сейчас живем в 51-й год Брахмы, значит, уже больше 150 этих триллионов прошло, да, вот, и так далее. То есть, ну, реально, реально давно. И Бхагаван Кришна говорит: в начале творения дал эту яги. И значение этого слова, оно было вообще другое. То есть слово «яги» обозначает буквально «подношение». Подношение. А у нас ассоциация, что обязательно кого-то нужно заклать. Закласть или как-то убить, зарезать. Да? Без этого у нас жертвоприношение никак вообще не меняется. Хотя это уже просто такие кровавые особенности Кали-юги. Я не хочу сказать, что кровавых жертвоприношений не было никогда и нигде там до той же Древней Греции. Было. В том числе и в Индии. Тоже было. Вот, то есть где-то там в разных этих, ну, пуранах для людей в Тамагуне описывается, что вот там как в эту Амавасию, в безлунную ночь, нужно там совершить какой-то определенный ритуал, зарезать этого козленка, там, предложить его Кали там, и так далее. И вот оно все. Вот-вот, мы прочитали, в Ведах тоже написано. Да? Вот, но там столько всего написано. Да? Вот, и в том числе яги, когда мы говорим вот Санкиртана яги, люди говорят: а в чем жертвоприношение? Знаете, на Санкиртан выходим, мы такие с ножами все, сейчас Санкиртан, и пошли всех резать, да, такое коллективное, вот у нас Санкиртан яга, сейчас пошли и всех зарезали, да, вот и каждый наш рейд, это вот там куча трупов, ну бред же, правильно, да, то есть мы говорим, что мы совершаем Санкиртан ягию, но какого рода? Здесь ни на какую кровь, вообще никакого намека нет. То есть что мы делаем? Это то, что в христианстве называется прославление Бога, жертва уст. То есть мы своими устами, жертва уст, совершаем жертву. То есть что? Мы открываем рот и произносим имена Бога. То есть вот в Новом Завете там говорится об этом. Жертва уст. Это и есть вот это. То есть тоже такая совершенно бескровная вещь. Понимаете? Жертва уст. Вот. Но, к сожалению, у людей вот это вот восприятие очень сильно изменилось. Вот. И поэтому вот это слово «жертвоприношение», ну, уже люди, которые в курсе культуры, там, преданные, у них уже нормальный ассоциативный ряд вот с этим словом. Но когда новый человек эти вещи читает и слушает, у него, ему очень трудно избавиться от этой вот своей культурной обусловленности, когда со словом «яги» ассоциируется вот это вот какой-то кровавый ритуал. Более правильно будет перевести подношение или форма служения. Вот это будет более правильно, все равно не вызывает неправильных ассоциаций. Вот, то есть ягья, еще раз, ее цель, здесь интересно, что Прабхупада в комментарии говорит, что, значит, по существу, он говорит, вот, смотрите, по существу жертвоприношение означает признание главенства Бога и, соответственно, совершение действий, которые могут принести полное удовлетворение Господу. Вот и все. Определение яги. Он говорит, по существу обозначает, что Господь выше нас, то есть мы от Него зависимы, то есть Он нам все дает. И жертвоприношение обозначает просто признание, благодарное признание того, что Он нас содержит. И мы благодарим Его за это. Вот и все. По сути, яги. Вам что-то дали, вы сказали спасибо, то есть и вы сказали: я вам очень обязан, да? Все. То есть это означает, мы продемонстрировали другому человеку, какому-то, не знаю, нашему там спонсору, начальнику, неважно кому, отцу, матери, некую благодарность за то, что вот нам в чем-то помогли. Вот и вся ягия, по сути дела. Вот и вся ягия. И причем здесь кровь, да? И только люди с таким вот больным сознанием, которые уже, вот вся эта тамагуна, да, кали-юги, вот им кажется так, что вот пока я там ради удовлетворения Господа барашка там не зарежу, да, вот этого, вот, опять же, это христианская идея, агнец Божий, да, которого там заклали вот ради блага всех остальных. Ну, это тоже, с одной стороны, символично, вроде бы как, да, с другой стороны,
приобретает конкретные формы. Мы видим, что многие религии, они вот никак без крови, то есть у них там какой-то праздник религиозный, барана нужно зарезать, вот все это, вот, вот никак, вот, вот просто вот такая связка, да, этих всех понятий в голове. Вот совершенно очевидно, что это все очень далеко от изначального смысла того, что такое яги, да, как Прабхупада говорит, что это признание главенства Верховного Господа и совершение действий, которые ему приятно. А что приятно? Вот давайте себе представим, да, что вот есть один общий родитель, у него много-много-много разных детей. И вот насколько приятно родителю, когда одно живое существо, его сын берет другого сына, режет ему горло и говорит, прими. Это сцена из театра абсурда, да? Что отцу мы предлагаем, что я сын Бога, беру другого сына Бога в другом теле, забиваю его и предлагаю отцу. И отец должен быть очень счастлив, не бред ли? И нам предлагают в этот бред поверить. Реально. Что отец должен наслаждаться тем, как один его сын убил другого сына в другом теле, в четвероногом. Один в двуногом теле убил кого-то там в четвероногом теле. И он надеется, что отец будет рад тому, что один его сын убил другого. Это что за религия вообще? Что за психология лежит в основе этого понимания? Просто вот подумайте, просто подумайте. Вот, и для любого человека, у которого голова на плечах, ясно он понимает, что эта концепция какая-то очень странная. Да? Это очень странная концепция. Вот, поэтому мы должны докопаться до этого изначального понимания, что же такое яги, в чем ее смысл, да, что это никак не связано ни с каким насилием. Вот, и далее здесь он говорит, что Прабхупада говорит, что значит, есть разные страны, и в разных странах по всему миру могут совершаться различные жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа. Ну, то есть мы знаем, что религия в той или иной форме существует во всех странах. Люди разного уровня развития, и, соответственно, их уровню развития какая-то дается религия. Вот, и она может не соответствовать такой в чистом виде вайшнава-дхарме, то есть это в чистом виде, как вот вайшнавы, да, это чистое делают. Но она является каким-то способом обратить на себя внимание Верховного Господа. И у всех народов, даже самых примитивных, есть какие-то понятия о том, что такое грех, которого они там пытаются избегать. Да? То есть вот таким вот образом на своем уровне они как-то пытаются удовлетворить Верховного Господа. Да? Вот. Ну и, конечно же, ложь – это как вот самый страшный грех. Самый страшный грех. Вот, и здесь Прабхупада это признает. Он говорит, что удовлетворить его правдивость, он говорит, главное, чем можно удовлетворить Верховного Господа, это правдивость. То есть правдивость – это как самый главный принцип. И, соответственно, ложь – как самый страшный грех. Об этом в 8-й песне Шримад-Бхагава там сказано, когда идет диалог между Бали Махараджем и этим самым Шукрачарьей, его учителем. Вот там в контексте этого всего диалога объясняется, что ложь – это самый страшный грех. Потому что из него начинается все остальное. Вот. То, что люди там не очень аскетичны, что они там, может быть, не очень милосердны, не очень чисты в Кали-Югу, это, на это он закрывает глаза. Но когда у людей вот этот принцип правдивости нарушается, это конец, все. Это конец человека. Вот, потому что после, вот только с этого начинается все остальное. Если человек, а правдивость это не обозначает, что я там что-нибудь там, ну, соврал там кому-нибудь. Это не в этом. Правдивость это лишь отчасти в этом направляется. Правдивость обозначает приверженность истине. То есть, что человек принимает истину и старается жить в соответствии с ней. Все остальные формы какой-то бытовой честности, они уже следуют из этого. Они уже следуют из этого, понимаете? Вот потому что какая разница, человек, допустим, честный и говорит, вот я сделал то, сделал это, он честный, да? Но при этом Бога он не признает. И в чем же его честность вообще, понимаете? То есть он как бы честный в бытовом смысле, но в высшем смысле он абсолютный обманщик. Потому что он не признает того, что все является собственностью Бога и не живет в соответствии с этим пониманием. Поэтому бытовая честность, она имеет некую ценность, социальную ценность она имеет. Вот, но по отношению к Богу там никакой честности нет, понимаете? Чистый обман, когда живое существо пытается присвоить себе собственность Бога. То есть он не понимает принципа Ишаваси. Ишаваси обозначает, все живое и неживое в этом мире принадлежит Верховному Господу. Это вот с чего начинается Ишапанишат, мантра первая, принцип Ишаваси. Вот, и вот это вот принцип Ишаваси, он и, понимание его, оно и делает людей правдивыми. Вот. В бытовом плане человек даже может соврать. Допустим, Чинакья Пандит говорит, что если рядом с мошенниками, вы не должны быть честными.
Если вы попали в компанию мошенников, забудьте о честности. Вот все. То есть для того, чтобы от них избавиться, вам, может быть, тоже придется им соврать, понимаете? То есть в каком-то бытовом, ситуативном смысле. Вот. Но если вы честны перед Богом, значит, вы честны. Вот. Поэтому бытовая честность, она обладает, без сомнения, определенной ценностью, она облегчает наше существование, наше общение и так далее. Вот. Но если эта бытовая честность разбивается полностью, а вот это вот непризнание верховной личности Бога, в этой честности бытовой нет никакого смысла уже, понимаете? Оно уже теряет абсолютный смысл, оно имеет относительный смысл. Вот, поэтому, когда здесь говорится про принцип сати, принцип правдивости, то здесь имеется в виду, человек знает истину, живет в соответствии с ней. Понимаете? Сам Кришна на поле боя Курукшетра, он побуждал этого Юдхиштхиру обмануть Дрона. Он говорит, скажи, что Ашватхама мертв, потому что иначе мы его никак, Дрону мы никак отсюда не уберем с этого поля боя. Понимаете? То есть какая-то даже ситуативная ложь, или то, что мы говорим, ложь во благо, да, или там святая ложь там, и так далее, все эти вещи, если сохраняется общий принцип правдивости, это ну, как-то более-менее проходит. Это не самое желательное, но в экстремальных обстоятельствах, если по-другому никак, то... Прабхупада то же самое говорит в комментариях к 40 там, каким-то последним стихам 18 главы, когда он говорит там, про вайшу, про кшатрия. Он говорит, ложь – это неотъемлемая часть их жизни. У вайшев и кшатрия. Политики хитрят, обманывают, недоговаривают. Вайша, бизнесмены хитрят, недоговаривают. Там, что-то еще. Он говорит, это просто неотъемлемая часть их жизни. Потому что без этого ни бизнес, ни политику не сделаешь. Но это не обозначает, что они не следуют принципу правдивости. Ситуативно иногда они вынуждены так поступать, понимаете? Брахман нет, брахман он всегда честен, понимаете? Вот, но люди, которые там в какой-то в политике или в бизнесе, для них вот эта вот какая-то ситуативная ложь, она не является нарушением принципа правдивости. Это просто часть их профессиональной деятельности, без которой просто невозможно выжить, понимаете? Брахман не занимается ни политикой, ни бизнесом, поэтому для него это и не надо, понимаете? А те, кто занимается всеми этими вещами, это просто правила игры. Вот и все, понимаете? И тут никто ничего, никаких претензий предъявить не может. Вот, поэтому здесь нужно правильно понимать эти все моменты. Итак, Прабхупада завершает свой комментарий словами, что необходимо изгнать кали, но как? Не просто административно, он говорит, при помощи яги. То есть это обозначает из наших сердец. Хари Кришна. Есть письменный вопрос. Главное, чем можно удовлетворить Верховного Господа, правдивость. Универсальный метод жертвоприношения санкиртны. Теперь вопрос. Это рекомендации для людей на разных этапах духовного развития? Почему два метода? Я не увидел, что тут два метода. То есть первое, это сказано, что цель жертвоприношения удовлетворить Верховного Господа, это цель, а яги это метод. Поэтому здесь нету двух методов. Хорошо, какие-то, да, пожалуйста. Я пока не забыл спросить вопрос вот, про правдивость. Если мы находимся, допустим, на какой-то работе, где основная часть деятельности – это ложь, и мы как-то говорим о Боге, а потом вдруг мы обманываем, ну вот в соответствии, не обманываем, а действуем в соответствии с исходной, с обстановкой текущей. И потом, как бы, эти же работники могут всем шкурить с ней и сказать, ты вроде бы что-то про Бога рассказывал, а тут как бы с нами решился на что-то обмануть. Как вот потом смотреть как бы, в глаза сотрудникам или работникам? Большинство людей понимают вещи достаточно поверхностно. Вот. И поэтому есть много противоречий. То есть само по себе видение противоречий обозначает, что люди смотрят очень поверхностно. Допустим, я смотрю на дерево. Я вижу, что одна ветка растет туда, а другая сюда. Противоречие. Да? Противоречие же. Да? Но они растут из одного корня, с одного ствола. То есть, когда я вижу только ветки в разные стороны, я вижу противоречие. Но когда я вижу, что это замысел и одним дать тень, ветка сюда, и налево, и направо это дерево дает, противоречия нет. Оказывается, такой всеобъемлющий принцип заботы. Но если мы уберем общий замысел и оставим просто какие-то внешние тенденции, конечно, противоречия. То есть видение противоречия обозначает, что у человека поверхностное видение. Если бы он видел общие корни, общий замысел картины, он бы не увидел противоречий. Понимаете?
Вот. Какой-нибудь там, не знаю, военный стратег, он тоже там расставляет силы, это у него туда, это сюда. И если мы не знаем точно его замысла, кажется, что он противоречит сам себе. Он должен наступать, да? А он взял как-то хитро и отступил. И враги подумали, о, отлично, побежали, а попали в котел, ну, раз окружил с двух сторон. Понимаете? То есть, внешне на каком-то тактическом уровне кажется, что он совершает какую-то глупость, да? Он должен наступать, а он отступает. А оказывается, с точки зрения стратегии, он хочет их просто заманить внутрь, а потом с флангов окружить, понимаете? Вот, и поэтому, если мы рассматриваем чисто тактику, нам кажется, что это какая-то противоречивая тактика. А если мы видим тактику в контексте стратегии, то есть общего замысла, тогда кажется, что все последовательно, понимаете? Вот, поэтому... Когда люди там предъявляют нам какие-то противоречия, а вот у вас то, 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 это обозначает поверхностное видение, непонимание концепции. Вот. И лишь когда мы понимаем концепцию, мы можем понять, что какие-то вот тенденции, которые кажутся там, какими-то там неверными, да, они в перспективе верные. Допустим, бизнес должен процветать, это цель бизнеса, понимаете, должен процветать, да, и для того, чтобы он процветал, человек совершает там какие-то, допустим, бизнесмен должен получать, да, но он же не может получать, не вкладывая, правильно? И поэтому кажется, что он совершает какие-то противоречивые действия, он вкладывает большие деньги, что он говорит, ты что, сумасшедший, ты благотворительностью занимаешься или бизнесом? Он говорит, нет, это просто определенный этап развития бизнеса. Я должен вложить инфраструктуру, и потом это все с лихвой окупится, понимаете? То есть, если мы не понимаем его замысла, нам кажется, что его действия не соответствуют его задаче. Хотя он на самом деле как раз соответствует, понимаете? Но просто не все так просто. Есть время, есть определенное как бы, понимание процесса, динамики, что как должно двигаться, понимаете? Вот и все. Вот, поэтому люди очень поверхностно смотрят на мир. И поэтому они, как им кажется, они легко ловят нас на противоречиях. Вследствие своего поверхностного взгляда. Вот. А если вы можете им объяснить более глубинный уровень бытия, тогда они поймут, но вряд ли. Потому что большинство людей, они там, чего там предложение больше 7 слов, это философия, это трудно, понимаете. Вот. Поэтому они просто, как это сказать, блюдут корпоративный этикет. Все, мы должны вот там... У нас все честно, да, все хорошо. При этом у них в стратегии, может быть, они мошенники из мошенников. По своей стратегической цели они, может быть, мошенники из мошенников. Как воры, да? Вот, допустим, там они своего собственного замочат, говорят, ты что там крысятничаешь, да? И, значит, крадешь у своих там или обманываешь. То есть, вот они за мелкие эти прегрешения, они убьют. Он говорит, ты нечестный. Хотя, по сути, они все воры, понимаете? Их стратегическая цель – это обман. Обманом завладеть какими-то ценностями. Но между собой они соблюдают вот такую, знаете, сиюминутную честность. Кристально чистый вор, понимаете, вот такой вот абсурд, да? То есть это тот, кто-то он среди своих, он не крысятничает, понимаете? Вот эта вот сиюминутная ценность, вернее, сиюминутная честность, она очень ценится. Хотя в перспективе они все мега-негодяи, понимаете? Они хотят украсть, понимаете? Да. Не были ли они сами причиной того, что их обманули? Конечно, были. Вот, о чем Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура говорит, что этот мир обманщиков и обманутых. То есть они обманутые, допустим, той же теории эволюции Дарвина, они обманутые. Почему? Потому что они обманщики. И в чем же их обман? Их обман состоит в том, что они хотят наслаждаться собственностью Бога. Вот все. И поэтому Кришна напускает на них энергию иллюзии, которая и обманывает их уже во всех частных случаях. И теперь они говорят, да, там, Дарвин был прав, молодец. Да? Еще разрешите, да. Вы сказали, что вот сознание уходит от души, оно получается, оно же обволакивает душу. Сознание уходит от души, это обозначает, что сознание может отклоняться. Но оно же всегда как бы рядом. Вы понимаете, что такое луч? Да. Вот он имеет точку, источник. И сам этот луч, он может уходить очень-очень далеко. То есть душа – источник сознания. Но само сознание очень далеко может уходить из души. Иначе почему многие люди в своем сознании не признают душу, которая является источником самого сознания? Прабхупада объясняет, что душа является источником сознания.
Тогда при каких же обстоятельствах, если сознание близко с душой, при каких же обстоятельствах сознание многих людей само душу не признает, то есть свой собственный источник не признает. Почему? Именно потому, что оно ушло очень далеко. Как? Оно отвлечено иллюзией. Майя апахрита гьяна. То есть знание которых украдено иллюзией. Понимаете? А как же понять этот параметр, если это как бы не дистанция, не расстояние, там, не пеленг? То есть, это сфера убеждений. Это не какое-то пространство комнаты, да, что вот там вот у нас стоит луч, там какой-то источник света, и от него луч там, на 3 метра ушел. Да? Мы сейчас не об этом говорим. Вот, то есть сознание – это вообще самостоятельная реальность. То есть мы говорим, что вот земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго. Да? Вот, то есть совершенно очевидно, что пространственные характеристики, пространство – это самый тонкий из таких ощутимых материальных элементов. И то пространство мы даже не чувствуем. Считается как физический вакуум, типа того что-то. Да? А уже ум, разум, эго – это уже свойство обусловленного сознания в этом мире. Это уже выше пространства. Поэтому все те вещи, которые, допустим, мы говорим, ой, какой богатый внутренний мир у этого человека, или он широкий, да, или он там эрудит, у него широкое сознание, говорит, широкомыслящий человек, да, это сознание его, вы как запеленгуете вообще? Понимаете? Врачи-хирурги говорят, ну мы вскрывали тела много раз, в том числе сердце, какая душа? Где там сознание? А мы говорим, о, это целый мир внутри. Внутри чего? Понимаете? То есть это все выше пространства. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, что сознание далеко ушло от души, имеется в виду не в пространственном смысле, а имеется в виду в идеологическом смысле, в смысле концепции, понимания. И вот это вот сознание, оно как раз находится в сфере иллюзии. Майя. Иллюзия, да? Вот, поэтому... Когда мы говорим, что сознание ушло далеко от души, имеется в виду в смысле ценностей, в смысле желаний, в смысле планов, что вот планы Бога, да, он как глава семьи, да, он предлагает нам вот такую модель близкого сосуществования, семейного сосуществования, духовная жизнь, где мы можем быть близкими его спутниками. Да, вот, а мы от этой концепции очень далеко ушли. Мы говорим, нет, я сам буду источником, я сам буду главой некой семьи, там, я сам буду там, заботиться о своих ближних, я сам, я сам буду центром, понимаете? То есть концептуально мы ушли далеко от нее. Разрешите еще тогда вопрос. А вот из «Нектара наставления» написано, что там 3/4 это духовный мир занимает, 1/4 все-таки вот ум не может понять, сразу начинает делить там, вот, расстояние, пространство. Это опять же пропорции. Если вы возьмете, поставите некую точку, и из этой точки проведете 2 луча, которые отделяют 1/4, 90 градусов. 1/4, это вот темным закрасить, это будет материальное существование. 3/4, 3 пада вибхути, это духовное существование. Это пропорции. Здесь нет границ. Понимаете? То есть поэтому, когда говорят, что эко-пада вибхути, 1/4 существования – это материальный мир, а 3 пада вибхути – это 3/4, имеется в виду пропорциональное соотношение, что духовная энергия, ее всегда, ну как сказать, в три раза больше, чем материальная. Безгранично, как мы можем оперировать вот эти пропорции, то есть мы говорим не в количестве, а пропорции, то есть в пропорциональном отношении материя всегда составляет 1/4, вот этот уголок. А духовно у тебя всегда 3/4, но здесь нет границы круга, понимаете? Это не то, что взяли пирог, да, и вырезали 1/4, это вот будет материальность, а 3/4 все, но мы съели и то, и то. Нет. То есть здесь просто определяется пропорция, понимаете, соотношение. Ну просто возьмите тело, да, вот здесь даже это более наглядно, допустим, что сознание, его даже не видно, да, сознание даже не видно. Просто возьмите вот в сфере своих интересов. Вот сейчас возьмите сферу своих интересов и честно ее оцените, пропорционально. И вы увидите, что 3/4 ваших интересов, они, скорее всего, будут материальными. И в лучшем случае 1/4 ваших интересов будет духовная. В лучшем случае. Понимаете? Вот если просто, вот честно, вы сделаете инвентаризацию своей системы ценностей и разделите, и вы увидите, что интересы души, вот в сфере, ну, грубо говоря, сколько времени вы на что тратите, да? И вы увидите, что 3/4 времени как минимум вы тратите на свои материальные дела.
И в лучшем случае, в самом оптимистическом вообще варианте, вы тратите 1/4 своего времени на духовное. В самом лучшем варианте, понимаете? И только чистые души, типа Харидаса Дхакура, они там 23 часа в сутки повторяют святое имя, понимаете? И забывают, они ели, и спали, там, они не помнят об этом, да? А если мы возьмем обычную обусловленную душу, то вы так и увидите такое соотношение. Да, пожалуйста. Природа, Брахман. Атхьятма. То есть слово атхьятма – душа, и природа, и сознание как бы одно, а брахман – это живое трансцендентное существо, это другое. То есть непонятно вот эти вот как бы основные вещи. Я понял, да. Все очень просто. Значит, душа относится к категории брахмана, то есть высшей энергии. И Бог, и душа – это есть брахман. Адиатма обозначает его индивидуальная природа, что он всегда сохраняет индивидуальность. Если мы поймем, то есть, когда мы говорим, что душа... Да. То есть, это индивидуальное живое существо называется брахманом, а его вечную природу называют адиатма. Там так сказано буквально в переводе, это 8 глава, 2 стих. Вот. То есть, это обозначает, что по категории живое существо относится не к материи, а к высшей природе, к брахману. Она с Богом одной природы, брахману. Но при этом у каждого из индивидуальных душ есть своя индивидуальная природа, которая называется адиатма. Вот и все. То есть мы все едины в чем? Что мы относимся к категории брахман. И при этом мы все абсолютно различны, потому что каждый обладает своей индивидуальной природой. Это называется адиатма. Адиатма – это индивидуальная природа живого существа. Да, а брахман – это категория, к которой он относится, в общем. Что это духовная природа, не материя. Вообразить, допустим, то есть природа, как бы, то есть его... Смотрите, есть принцип, который нас единит, да? Это обозначает, что мы все частицы Бога, что мы все благодарны духовному. Это принцип единения, единства, да? И также в этом единстве есть разнообразие. Разнообразие – это и есть проявление этой адиатмы, понимаете? И если попросят 10 человек «постройте дом», каждый построит свой дом. Это будет дом. Общий принцип, что это дом, в нем можно жить, понимаете? Но дизайн, там какой-то внутренний обстановка, она будет у всех абсолютно разная. Кто там каким цветом стены покрасить или еще что-то. Это будет проявление адиатмы, индивидуальной природы, понимаете? У кого-то что-то еще? Да. Про что? Про принцип правдивости. Это просто их естественная тенденция к обману. То есть они говорят, у меня сейчас наличных денег нет, я вам переведу. То есть он чтобы вы от него отстали, потому что когда люди просят деньги, это всегда болезненный момент, понимаете, да? Вот, и я не хочу показаться скупердяем, я говорю, да, у меня сейчас просто, ну извините, нала нет, но вот я вам пожертвую, да? То есть я вас успокоил, как комар, да? Все, я вам ввел обезболивающее, вот, все, вы успокоились, а теперь дальше я сделаю свое дело. Вот и все, очень просто. Значит, это нормальный, удобный, очень современный способ обмана. Я вас успокоил. Все, вы понимаете, что вы получите. И, естественно, пока я нахожусь под вашим влиянием, вы как санкиртанщица что-то такое вдохновенное говорите, я думаю, ну да, почему бы нет, да? А потом как бы ваше влияние уже исчезает, и я думаю, а что это, собственно говоря, может она какая-нибудь мошенница, там, эта женщина, понимаете? Я думаю, что это я должен там какие-то деньги переводить. Вот, поэтому все в духе времени, все в порядке. И потом он скажет. Если вы еще раз встретите, и он скажет, ну что ж, вы не перевели, он скажет, ой, вы знаете, непредвиденные обстоятельства, там столько всего, что-то еще, и вы скажете, ну да, конечно, наша жизнь полна непредвиденных обстоятельств. Да. Ну, он скажет, у меня сейчас нет доступа в интернет там, или еще что-нибудь там, да. Или вот мне должны перевести завтра, и поэтому я послезавтра. Это же все нормально. Не, ну да, да.
Нет, любое, надо понимать так, что любое кормление завтраками или какими-то косвенными средствами, это, как правило, в 99% случаев начало обмана. Понимаете? Книгу распространили. Ну, только он ее, конечно, вряд ли оценит, потому что он... Да, может быть, он кому-то отдаст ее. Да, да, планы Кришны, они до конца непостижимы. Да, пожалуйста. А как действует, допустим, если к обусловленным душам, которые уходят, допустим, кремируют и добавляют туласи веточки, ну, не только веточки туласи, я имею в виду к обусловленным душам, если применяется ведическое знание. Если, допустим, душа уходит, она, ну, как написано, она достигает царства Бога, если с туласи, допустим, кремирует. Но если душа не проснулась и ушла в этом сознании, тело оставило, как ее действие? То есть она действительно достигает или... Душа достигает царства Бога. А скажите, пожалуйста, а что вообще есть в этом мире, кроме царства Бога? Мы сейчас разве не в царстве Бога находимся? Вот это вопрос, что имеется в виду? Я хочу достичь царства Бога. А где ты сейчас находишься? Разве не в царстве Бога? Вот, поэтому, когда материалисты получают в конце жизни такой мощный бонус от преданных, что их тело сгорает, и тут же горят, говорится, что когда горит дерево туласи, ветки, вот этот огонь, он становится священным полностью, очищающим, да? Вот, а сам Кришна там присутствует, потому что туласи всегда у стоп Кришны находится. Это, без сомнения, очень мощное очищение. Но куда именно в царстве Бога живое существо пойдет? Скорее всего, туда, где есть возможности стать ближе к Богу. Потому что если бы духовная жизнь была такой простой, ну ладно, я живу как хочу, написал завещание, меня просто сожгите там, это, когда я уже буду гореть, да, вот там, чтобы это туласи было, и все, дело в шляпе, живи как хочешь, нас всех там в конце добрые преданные водичкой из Ганги побрызгали, вот, в жертвенный огонь туласи подложили, и вопрос решен. Очень просто, понимаете. Вот, но, к сожалению, не все так просто. Кришна иначе бы сказал, вот у вас вообще, живите как хотите, главное, завещайте своим потомкам, чтобы вас там правильно кремировали, похоронили, и вопрос решен. Вот. Но он говорит о том, что необходимо бы развить определенные условия. Да? Вот он объясняет в 11 главе Бхагавадгиты, 55 стих, он говорит, тот, кто занимается чистым преданным служением, свободный от тенденций кармической деятельности и мыслительных этих вот тенденций гьяны, тот, кто работает для меня, тот делает меня высшей целью своей жизни, и тот, кто без вражды относится к другим живым существам, тот достигает моего духовного мира. Пять условий. Глава 11, текст 55. Почитайте. 11.55 Бхагавадгита. Пять условий для возвращения в духовный мир. Все четко. И там не написано, что там, если тебе в жертвенный огонь подложат, вернее, в погребальный костер подложат все. Это мощные очищающие факторы. Понимаете? Вот. Но когда говорится, возвращается в царство Бога, мы и так в царстве Бога. Вопрос, на каком уровне? Понятное дело, что это поможет повышению. Это 100%. Да? Это 100%. Поэтому вот мы это делаем, да? Чтобы как-то помочь живым существам. Но все равно рано или поздно им придется предстать вот перед своим внутренним, перед внутренней системой ценностей. Чего же я хочу-то, собственно говоря, понимаете? Просто это поможет им очиститься и правильный выбор совершить. Вот все. Что, на этом закончим? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.